Привет, друзья. Ну ладно, раскрою маленький секрет. Почему, например, у меня, я не знаю, как у других, у меня сердечки, 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 сердечки там в Ютубе под роликами, где комменты вы пишете. Ну, во-первых, от всего сердца. Естественно. Да, иначе бы я комменты не смотрел. Во-вторых, чтобы вы видели, что я их смотрю. Даже если я не пишу где-то там ответ какой-то, но сердечко там и лайк, это значит, я смотрю и одобряю. Да, чтобы вы знали, и поэтому, когда вы мне там комменты пишете, во-первых, мы вместе продвигаем нашу школу, во-вторых, вы видите мою реакцию, а в-третьих, чисто технически. Чтобы не пропустить, вот смотрите, как интересно, чтобы не пропустить чей-то коммент случайно. А я раз смотрю, когда под роликом ваши комменты, быстро-быстро смотрю, и по сердечкам раз пробежался, а где сердечка нет, раз пригляделся. Понимаете, то есть это мне технически немножко облегчает. Ну, видите, как все креативно, как говорится, друзья мои. Пишите больше комментов. Получайте сердечки, да, задавайте там вопросы. Да, это очень здорово, это очень здорово. И там через это я вычисляю, кто достоин получить бесплатный вход на вебинар, который состоится у нас 11 числа, 20 часов для новичков. Да, да. Ну, те, кто заплатит за него, автоматически получат запись. Да, и это во-первых. И пусть не обижаются, что есть участники такие почетные, которые активно участвуют в обмене опытом, вопросы задают. Что я им посылаю этот, ну, список у меня там примерно 30 человек. Тысячи-тысячи людей, которые туда могут заходить, пусть не обижаются, что есть избранные. И пусть сами становятся избранными. Кто же вам мешает? Пишите комменты. До встречи.